Долбоёб! Все, я отложил. Ты можешь уже записать или нет, гондон? Давай, начинаю. Вот чертова астма, начинается снова приключения, снова какие-то летсплеи, блин, отлично просто, ни отдыха, ни кальмаров. Всем привет, с вами Ислат и Булкин, и мы записываем новые смешновки в типичном... Что в типичном? В типичном КС. Да. Новый КС, типичный вершин. Знаете, что я скажу? Не мухлёй! Нюхлёй? Не мухлёй! Нюхлёй? Не мухлёй! Нюхлёй! Ты не мухлёй! Я не мухлёй! А ты не мухлёй! Ты мухлёй, блядь, сам ты такой... Ты мухлёешь! Ты мухлёешь! Хули! Обзывается, блядь, хули. Ты мухлёешь! Ты мухлёешь! Хули ты мухлёешь! Хули ты мухлёешь! Слушай, можно я так серию назову? Пошел. Хуй ты мухлюешь, просто в одно слово представь это слово. Кстати, да. Хуй ты мухлюешь. Да. Ребят, если что, это единственный, наверное, момент... Это единственный, нахуй, момент смешной за все последние годы нашей жизни. Не в этом дело. Единственный, наверное, последний за год момент, когда Илью реально от души рассмешил. Рассмешал. Ну, потому что Букин был не смешной, а сейчас начинает что-то смеяться. Окна закрой. Дует. Ты куда-то делся. Блять, это выглядит, как будто какая-то осада Ленинграда. Осада крепостных! Как вам понравился эта экшеновая перестрелка? Вы охерели, наверное, когда смотрели. А если... Ух, блин, наложить бы тут таких печей, да как с золотом приправ, и, блин, маги, блин. Не, да будет с тобой Минздрав. Кстати, кому нравится, что мы вернулись, и вообще, кто считает, что мы, как бы, не затухли? И те, которые не потели. Когда остальные включили потных, мы выключили потных. Пошел ты, осада Осана Белоградов? Вы замечены противником. Да этот противник сейчас на кол сядет. А что если я скажу, что я тебя замечу? Какого хера тут Щербин нарисовался? Здравствуйте! Я давно тут сижу. Здравствуйте! Илюш, здравствуйте, сейчас здравствуйте. Скажу? Вот сейчас смотри, правду матку прям в глаза. Правду матку прям в глаза? Ты имеешь в виду, ну, свинца тебе в глаза зарядить или что? Да, знаешь что? А? А ты эгоист. Блять, ты вообще мамку не переводишь через дорогу. Поворот! Неожиданно, я бы сказал. Чего говоришь? Да ты слепой гондон. Ёбаный в рот, нет, шучу. Не пошутил. Степ... Ошибся, ошибочка вышла. Давай, выходи. Блять, не посмешил меня. 2-2! Кстати, играем, знаешь, да чё? Да не да чё, блин, смысл? Играем да чё, да не да чё. Да чё? Да не да чё, да не играем вообще. А ты что, играешь, что ли? Это реально старый добрый, но, бля, астма дает о себе знать. Да, потому что ты... Астма, такое происхождение слова, такое астма, бля, астма. Вы слышали, да, что Булкин болел? Я, кстати, бля, ребят... Я вам сейчас опровергну эту тему. Он не болел. Он болел, когда не писал видео и жил в машине. Сейчас он выздоровел и стал старым добрым. Но он считает это болезнью. 39 по Фаренгейту, ебать. А! Да что ж ты меня через дверь-то расстреливаешь? Ой, что-то сам себя расстрелил, блин. Как подгузник своей мамаши, раз на день рождения подарил когда. Заметили, мы больше не материмся. Какого хуя? Вот так. С чего ты, блядь, взял, гондон? Че, дурачок, что ли? Мы материмся, нахуй. Жопу, да? По каске ты долбанул. Прописал леща по каске я тебе. А прикинь, сейчас эта самая смешная серия не запишется как-нибудь. У нас, кстати, такое было недавно. Мы какую-то серию смешную записали, а я что-то записью... А, у нас была... Помехи у меня в микрофоне, блин. Да, побить! Кстати, ребят, я прошу заметить, у меня еще лаги, у меня FPS проседает из-за того, что я пишу Full HD, между прочим. Спасибо вам. Прожда, бля. Прожда, блять? Прожда, да. Новое название серии сразу запоминаем. Прожда, блять, и ждите в новых... Мухлюешь опять! Ты мухлюй, блядь, у тебя каска запачкана в краске красной. Реально. А ты клюешь. В натуре, передаю привет своим... Подмышкам. Да. Ты сказал, да, под взрыв гранаты своей. Граната бомбанула. Откуда ты стреляешь? Ах ты, сучка. Откуда ты меня не видел, понял? Ты чмо, блин. Чмо, блин, ты. Я люблю Александр чмо, блин. Епсмат вступает в игру. Кто хочет посмотреть на город вживую, пальцы вверх. А это что, это какой город ты хочешь посмотреть вживую? Этот город самый лучший город на земле. Этот город самый лучший город на земле. Этот город постоянно снится мне во сне. Он построен словно небом по стене. Я знаю, держай стройку. Сильный тетер Зил защитил твое небо. Чё, тетя Зил? Тетя Зила. Тетя Зила. Тетя Зила из второго подъезда, слышали я такой? Газетки носит жителям страны, бля. Чё, бля?
Ты чё, бля, а? Чего? А сколько у тебя хп, кстати, общихиру? А? Да да хуя. А у меня 12, я сейчас сдох. Ну вот и сдох. Вот и сдох. 24 было, знаешь? 24 по Фаренгейту или по Цельсию, там разные показатели. Дай характеризацию, вот смотри, вот что ты, давай вот так вот. Я сейчас тебе даю вот время, допустим, минуту, да? И ты говоришь, как ты описываешь сок из фруктов? Что я делаю, описываю стол из фруктов? А, сок, мультифрукт. Сольт, мультифрукт. Давай, описывай, что значит, как вот ты, если тебя спросить, вот человек не знает, то что тут, давай, ну расскажи. Хорошо, соль, сок. Не соль, а сок. Сок значит соль, ты не понимаешь, к это ли... Кэлли по правилам русского языка российского. Ну так вот, смотри, если мульти, значит много. Мульти много. Мультифрукт, мульти много. Много мульти. Много мультиков, значит мультяшный. Если мультяшный, значит канал дважды два. Канал дважды два не реклама. Поэтому значит мульти дважды два. Мульти дважды два, значит мультителевизор, мультиканал. Мультиканал что? Значит два канала. Два канала каких? Дважды два еще какой-то должен быть. Сейчас разгадаем ребус. Почему мультифрукт? Фрукт, подсказка, значит про еду. Канал про еду, еда ТВ. Еда ТВ и мультифрукт. Еда и дважды два. Ответ ясен. Все, два канала. Дважды два и фруктовые. Все. В итоге, походу, перец. Блять, точняк, сука. А перец тоже и то. Все, ответ вот. А теперь можно я? Ты кидаешься бананом, сука. На, сука. На, подмышку свою побрей. Иди сюда, не боюсь. Упал, как мамонт. Ааа, давай. Ты, кстати, сотню проиграл. Какую сотню? 6-6. Сотню мне задолжал, чмо, блин. Нет у меня сотни, ты мне 400 рублей должен был, отдал. Сотню дал мне? Нету. Давай, сотню. Верну мне, потом я чё, тебе. Молчок. Отстай, иди нафиг, нету. Сотню мне дал. Нету. Партнерки лишнюю сотню мне принес. У меня нет лишнего. Сотня, сука. У меня банихо. Ай, придурок, блин. Кочербин, зачем играет в КС? На! Пух. А, получил, да? Я тебя сфоткал, я запечатлел тебя, все, теперь я тебя все опознают, что? Ты еще, блин, на зеркалку пофоткай здесь. Ты что, дурачок? Или кто вообще? Ты сволька, Слева внизу надпись палим нас. Нет! Нет у меня тут, сука! Сам себя взорвать хотел? Хотел! 7-7! Матрешка мне в рот! Трофей! Трофей, малофей, ерофей, не роди. Купи себе новый! До нас играет новый капитан! Ты че дублируешь, блин? Сказал, как отрезал, я бы сказал. Ребят, смотрите, реально на сотню спорю сейчас с этими придурками, что я сейчас сделаю вот только вот так. Одного я уже увидел, он пошел обходить меня справа. Другого пока не вижу. Но суть в том, что я их вздерну сейчас. Ты сейчас вздерну? Жалко, вы сейчас не видите мой экран. Чеби, не шипи. Че там? Нет, я вообще ничего не слышу. Морис покупает игру. А почему? Проиграл! Можно... Две сотни проиграл только что! Можно вопрос, почему Червина слышно в КС, то не слышно в скайпе? А? Ребят, вот я уверен, сейчас многие будут писать в комментариях, то, что я проиграл. Че, кого многие поебут? Этим двум, Илье и Червину, вообще пофиг, то, что они выиграли только что 200 рублей, вообще пофиг, да? Да господи, отдаем деньги в зал, все. Это, знаешь, как хочешь стать миллионером, есть помощь зал, а тут деньги в зал. Че, большой куш срубил? Не думаю так. Много стал богаче? Немного стал богаче. Так уйди от меня! Тушь мою не тереби. Тушь не тереби. Не тереби. Тушу не тереби. Не трогай меня. Оставь. Интервью с Фоменко видел, да? Не видел и видеть не хочу. Ну он рассказывает, он это. Сын у него в душе моется, а он такой заходит, спрашивает: теребим? Ага, тереб. Вы убили заложника, вы замечены другом. Пока все. Червень, клади заложи, он сейчас трахнет их нахер. Он же педофил еще известный. Но они мои. Он сейчас отводит этих белых людей, да, и да, все. Да. Что там, один остался, ебать. Блять, помог... пиздец, я метки нахуй. Сука, да ты нахуй, иди отсюда, малафья, иди сюда, ножа сейчас. Но ты не мужик, блин, я тебе на ножах, а ты нет. Оба, так норм. Че оторвал, кому ногу? Черби, заткнись, блин! Ширь пошел, мужик зашел, ширь пошел. А почему он разговаривает голосом моего одноклассника? Какой 8-9? Какой 8... Ох, блин, роди меня, мать, снова в 96-м, а? Неожиданный поворот судьбы, а у меня в 4-м. Угу, 4-м. Ты еще малышом был, когда я подгузники сирал твои. Только помни? Наоборот, ты вообще подгузники не сирал, ты у них малофил, понятно, блин. Ты чё? Вон он, скалок, с кашкой. Кушает кашу. Мальчик, который пташка. Мальчик, который кушает кашу. Ну, Булкин, все, убил Щербин. Минус один. С кем он разговаривает? С
Не знаю, что ты, блин, несет. Десятка, что ли? Так а скольки играем? Я не знаю. А мы вообще играем? А мы играем. Ты что, блин, придурок? Что-то? Нет, мы играем или нет, а скажи мне, я просто не знаю. До 12. Я спектакль вообще сижу, я запись стрима смотрю, а что? Запись стрима он смотрит, да? То есть так мы играем, да? Щербин, да ты не туда идешь, ебаный в рот. У него там макушка торчит, вон. А, понятно, понял. Да-да-да. Что я чего попасть не могу? С кем разговаривает Щербин, скажите? Ну, наконец-то. Я уже долго... Стоящего не могу, а в движающего могу. Закончить раунд всего за 23 секунды. Вы такое учись, видели вообще? Ты либо, блин, снимай! Либо учись. Не снимает, не учится, ни хера. Там бомбанул Щербин, паукан бомбит у кого-то. Стреляет. Поворачивает судьбу. Да, Щербин, гениально. Да, правильно, давай. Наконец догадался. Террорист Ван. Надо Щербину все, всему учить надо, Щербин. Да он у нас обучаемый, кстати, он легко обучает. Обучалкин, да. Обучалкин. Обучалкин как Мочалкин. На самом деле, смотри, сейчас будет даблшот. Блять, ослеп. Такого в костре еще не было, смотрите, замедленнее. Я ослеп, не вижу. Попал, прошелся рядом с твоей правой ручкой. Сейчас будет хедшот через стену. Щербин, встань где-нибудь за стеной, я хочу тебя пробить. Вот, ну не, да стой ты там за стеной где-нибудь, а? Встал? Сион только. Да. Встал, да? Серьезно? Давай, ну. Подожди, ну-ка стой ты. Хочешь за стеной стоять? Да он не за той стеной стоит. А, ты придурок, ты не за той. Он не прострелит тебя, за ворота встань. За ворота встань, говорю. Встань за ворота. Он встал за ворота. Все, теперь простреливай. А, ты ножки видишь, такой интересный. А, они простреливаются, ворота, не такие. Китайские ворота. Илья, посмотри, пожалуйста, на взгляд меня. Ну, смотрю, да. Да, а что уже смотреть-то? Ну, ты вообще опасный парень. Выходи. Он сейчас все патрончики... Ты дал, да, он не снял, но я снял. Вот так! Я вот дуэлянт, ты твою мачешку. Кто? А, кстати, ноги я его не видел. Да-да-да, ты его Гоги видел, я тебе скажу. Голым видел? Я твоего Гоги, кстати, трогал вчера. Да что ж ты слепишь-то, изверг? Изверганутый какой-то. Ух ты, блин. Китайский проспект Российской Федерации в республике, блин, говня. Чем ты лагучий, как знаешь, моржовый. А я прыгать не... Вот. Смог. А где вражки-то? Пирожки? А, вон он. Ну, задел хоть чуть-чуть как-то. А вы типа что, у вас на пестиках? Я его задел. Да я слышал, видел, вон кровь. Илья, справа, слева. Справа, слева. Ну окей, понял. Справа, потом слева. Справа, слева. Никого нет. Ну понял, окей. Он тут... О, а мы тут сидим, да? Чак, ты чё? Так и думал, сядет тут в тёмненьких кусочках. Сядет, да. Щербин москазывать меньше надо. Какой Щербин москаль? Щербин, Щербин на москаль. Москвич, блин. Я москвич. Щербин, не ори. А чё стреляют через дверь-то? А как ты стрелял, во-первых, через стену, во-вторых, как я тебя убил? Нет, это не важно, я просто, я тебя... Ты меня что? Привет. Косарь занял? Сквозняк, да. Сквозняк, сквозняк, не простудил. Мне не нравится весна, потому что тепло. Весна. О, как Щербин упал-то от инфаркта прям как бы. Ты встань туда же получше. Да я там стою. Нет, там не стоишь. Я там стою. Ты там не стоишь. Да иди уже сюда, задолбал. Что ты как сыкло? Что ты как сыкло, не знаю, а? Ты чё, сикло? Ты сикло? Я там. Нет, ты там. Ты кимпириш. Я там. Ты кимпириш, сука. Я там тебе говорю. Ты кимпириш. Я там. Нет. Да, я там. Я тут, тебя тут нету, я тебе говорю. Я там. Где ты там? Там, где и Щербин лёг. Нет вас тут. Есть там я. Нет там ты. Нет, я там, это. А говорю. Чё ты не тут докладываешь, ощущи? Я тебе говорю, я там сижу, где чё Щербин? Чё ты не учись докладываешь, я тебе а говорю. А ты где? Я где Щербин? Я тоже! И где ты? Ты тут? И где ты тут? А я там стою. И я тут стою. Вот около труп. Вот только, ах ты, сука, нет, подожди, ты чё, сука, издеваешься? Я оттуда вылез, когда ты говоришь, что ты там, сука, ты чё пиздишь мне, нахуй? Добей меня через стену, малыш, убей меня, ты бум. Не мужик, нахуй. Привет! Ты говно, нахуй. Блять, понимаешь, я там был, когда ты говорил, Червинин, вылезай, я там стоял всё время. Мы, понимаешь, навернули круг вдвоем, братаном, защит, друг мой. Все, последний решающий раунд, то кого, тот и выиграл.
Мы тебя выиграли, все. Вот так вот. И на этой григорианской ноте. Я танцевал в клубе, там было очень много персиков. Я увидел большой персик и увидел то, что он зазрел уже. Я пришел, сказал всем покеда. Серия кончена. Персик Люцифер. Одолжите покурить! Нас.